Югорчане отметились среди 40 тысяч участников конкурса «Топ-блок». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», стартовавший в ноябре прошлого года. Ведущие блогеры и эксперты показали всем желающим, как развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей. Самые талантливые и прилежные ученики доходят до финала, получают рекламные контракты, сопровождение и могут поучаствовать в блок-туре по России.